Даш, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Фамилию назови, откуда ты. Ермошина, я из Москвы. Погромче говори. Моя фамилия Ермошина, я из Москвы. Играю за созвездие в 2006 году. За созвездие, да? Да. Понятно. А ты какого года рождения? 2005. Я знаю, что ты в сборную Москвы привлекаешься, да? Да. Скажи, пожалуйста, а как давно ты под руководством Игоря Андреевича занимаешься? Я занимаюсь с ним с прошлого года. Это были мои первые с ним сборы в городе Сасово. Сасово. То есть второй год уже получается. Ну, то есть да. Раза три, наверное, ты уже была, да, на сборах? Нет, это второй раз. Второй. Я тренировалась просто. Слушай, ну я смотрю, у тебя катание очень хорошее. И был уверен, что ты дольше занимаешься Игорем Андреевичем. Скажи, вообще легче тебе стало кататься? Да, легче намного. Ну, как раз с тех сборов у меня начало, ну, правильно катание ставить. Ясно. Ты, наверное, самая быстрая в команде. Ну, не самая, но одна из первых, да. А у тебя ампула защитник, насколько я знаю. Да, защитник. Ясно. Ну, молодчина. Спасибо тебе большое за интервью. Да. Удачи тебе.